geceler yalnız, gökyüzü oluyor deniz. Geceler sensiz. Yapabileceğim zaman kredi. Ayda kız yapmak gerek. Şeker. Dökülüp gider. Söner yıldızlar. Теперь можно бросить лук. Будем ждать, пока лук подварится. Поджариться и получить цвет. Ужал. Будем жарить, мешать, жарить, мешать. Это приправы, которые я использую. Барбарис. Жира. Ее перетираю вот в такой штучке. Классный. Еще добавляю 2 ложки соли на килограмм риса. 2 полные столовые ложки. Порезанное мясо на кусочки. В этот раз я взял шрир. Вот, номер 5, сейчас не помню. Надо поджарить, обжарить сейчас это мясо, потом мы добавим к нему приправы, зальем водой, и оно будет сейчас тушиться. А что будет потом, покажем в следующей серии. Шучу. Это не лунтик, это плод. Вот, я вам покажу, что будет потом, только надо обжарить надо мясо. Будем ждать, пока мясо не покроется корочкой. Смотрим, что будет дальше. Когда мясо покрылось корочкой, можно добавить, потушиться морковку. Потом мы все перемешаем и добавим приправы. Сперва кажется, что места для килограмма риса почти нету. Но за час тушения оно, конечно, все варится и будет место. Эта кастрюля, она как раз подходит под килограмм. Вот так вот должна выглядеть луковица, так как мы ее обжарим вначале. Мы перемешаем морковку с мясом и с луком, будем их потушить еще 10 минут. Потом добавим приправы, специи, и тогда добавим чуть-чуть воды, дадим ему потушить целый час. Добавили барбарис, вот он черненький, добавили жиру, добавим 2 ложки соли, перемешаем все и тушится на целый час, пока мясо не будет готово, не будет более мягко. Для приготовления плова я использую вот такой вот хороший такой рис. Называется басмати. Не знаю, что это за мужик, но рис хороший. Вот. Сейчас мы его замочим, промоем, чтобы вода была прозрачная. И добавим через минут 30 в кастрюлю с мясом. А что будет потом? Я шучу. Ничего не будет потом, я вам сейчас не дальше добавлю. Готово. Теперь все, что осталось, это добавить один перчик. И рис, и варить рис. Сейчас мы будем смотреть, что это получилось. И плов заливаем кипяченой водой.
где-то 2-3 сантиметра, ну, выше линии плова. В моем случае я заливаю как бы до самого конца, почти под крышкой своей кастрюли. Вот, и теперь я жду, пока плов впитает в себя всю жидкость. Потом можно будет сделать небольшие дырочки в нем. И прикрыть на маленьком огне еще полчаса, дома мы постоять. И тогда все будет готово. В момент, когда мы будем раскладывать плов по трем коробочкам. Вот таким коробочкам. Сначала мы разложим рис, то мясо, покрошу, получилось.